Ну вот. И... А так как я хлеб не ем, меня это как-то покоробило даже. Ну как же так? Как можно есть столько хлеба? А они здесь вообще прям вот в лед. Булки вот эти покупают прям при мне. Вот шла вчера с молодым человеком, который просто на бегу забегал. Вот эти вот бутерброды покупал и жевал. Это прекрасно все. Ну как-то вот... Не, ну конечно, есть люди, которые такие прям откровенно толстые. Но большей частью все довольно-таки стройные. Так что это не отражается это на них. Вот как сейчас человек прошел, вообще дрищ. Какая красота. Там березы, кстати, внутри. Я вернулась обратно на перекресток. Пойду я туда сейчас, пройду я, хочу туда пройти. Все с собаками, сколько здесь собачников, это вообще просто, вот у всех собаки. Собаки, старые дома, дети, булки, кифлица. Вот еще один дом. Такой отголосок с трещинами. Но там два вида окон. И там вот самое главное, что окна-то новые. Окна новые. А все остальное не стоит рядом обрушения фасада. Или вот такой дом. Ну тут уже... Нет, там кто-то живет, блин. Там цветы. Может быть. Это уже вообще... Я уже куда-то на край географии зашла. Ну, ничего страшного. Тут красиво очень. Хороший район. И вот в чем проблема-то была. Кстати, по-моему, эта машина вот эта вот, сейчас я к ней подойду, называется «Застава». Я еще одна старая дама смотрю. А, да, она называется «Застава». Это то же самое, что ну, тоже типа юга. Там трамвай идет. Поэтому я сейчас с другой стороны зайду, чтобы меня не сбили. Сейчас трамвая нет, так что я могу так свободно встать. Вот эта машина с Заставой по-сербски значит флаг. И это тоже был такой вариант. Еще, видимо, чуть покруче, чем юга. Народная такая машина. А я видела, кстати, сегодня Заставу типа более современную. Значит, возможно, у них какая-то есть программа продолжения этой идеи. Но я так редко вижу. Югу я вижу чаще. Но это тупая идея, на самом деле, в современности, к сожалению. Потому что люди сейчас другим живут уже. А тут такая, кстати, с людьми насыщенная улица. О, а там, оказывается, еще и статуи. Блин, классно. Смотри, вот там тоже класс. Вот там тоже классно. Блин, солнце мешает, но там какой-то прям подворотня такая.
меня прям дико желание. Я была здесь когда-то. Я очень хорошо помню, потому что у меня вот эти вот трамвайные линии, я их фотографировала. Трамвай тоже идет. Я очень хорошо помню вот этот перекресток. Я здесь ходила когда-то. А что толку вот здесь вот нарисовано? Все равно никто не остановится. Тебе нужно до светофора. Вот здесь вот улица вся такая зеленая. А когда весной здесь очень хорошо, когда деревья только распускаются, такая нежность вокруг. И она как-то вот в такой, так хорошо сочетается с вот этими вот домами старыми. Какую-то гармонию создает, что ли, не знаю, как это назвать. А как вот тут перейти дорогу? Сейчас вот эта машина проедет, и я попробую перейти туда и посмотреть. Остановитесь! Вот, и вот там тоже я сейчас все-таки я туда сейчас пройду, посмотрю, что там. Там, скорее всего, Дарчол, да? Хотелось посмотреть, куда же эта линия ведет. Здесь особо хорошо сочетается лето, Белград, старые улочки. Но на самом деле весной здесь тоже очень хорошо. Такая ни с чем не сравнимая атмосфера. Я могу по вот этим улицам гулять часами, мне кажется. И показывать все, каждый дом. Каждое кафе, каждого человека, который мне идет навстречу. Вот. И вот я повернула вот на такую еще одну улицу. Их тут бесконечное количество, по ним можно ходить и ходить. Мы будем твой. Блин, красота ведь. Даже если такая ободранная все. Лужу главное не наступить. Я правда могу очень долго здесь ходить. И я понимаю, что это, наверное, не так интересно. Но я еще зайду в хлеб и кифли, естественно. Потому что на хлебном отделе у меня телефон сказал пока. Я заполнен, я переполнен, я не могу нести больше. Поэтому я пока не стала испытывать судьбу и продавцов. И просто в другой раз обязательно зайду. Потому что их тут достаточно много, этих магазинов. Я все-таки... Я в Дарчол пришла. Дарчол это тоже... Такой особый мир. Сердце Белграда. Полное вот таких домов. Да. Полное вот такого всего. Тут можно увидеть все. Кастрюли на окнах. Охлаждающиеся. Каких-то кошек. Какой-то... Еще, да все что угодно. Парочек гуляющих. То есть... Это не какая-то помойка там или задворки. Здесь люди живут, и здесь жизнь проходит. Вот там парк автобусный. То есть, ну, как бы вот такие тоже люди проходят мимо меня. Это не улица, по которой нельзя ходить, которая страшная или опасна. Все. Здесь все хорошо. Здесь алкашоп какой-то. Алкашоп! И на самом деле сербы
любит Белград именно вот такой и старается сохранить его именно вот таким. А не то, что почему вот это вот Сава Мало сейчас скандал. Они хотят Белград вот таким. Они не хотят его гламурным, они не хотят его с Макдональдсами. Но у них просто свой дальчел, да. У них свой склад характера такой, очень специфический. Они все, ну, как-то выше того, чему мы уже, чему нас уже вы научили, потребляться. Вот такие вот дома. Конечно, это все брошенное, вот это вот все. Но это дарчел. Конечно, туристы сюда не повезут. А я сюда пошла. Ну, это тоже Белград. И может быть это даже больше Белград, чем Скупщина и все, что вокруг нее. И абсолютно не пугает ничего. Я здесь себя чувствую комфортно. Все здесь хорошо. Жалко дома, на самом деле. Дома всегда жалко. Я уже рассказывала, я спрашивала, а почему они в таком состоянии, почему? Они сказали, что проблема в том, что не нашли им. Так, машины едет, я встану. Им не нашли хозяйства. Ну, то есть, Югославия не стала. И Европы не стало. И что делать с этими домами? Тут же огромный фонд вот этих домов. И что с ними делать? Потому что они же все памятники архитектуры. Это же все строилось на очень большие деньги. Это же был такой бум. И они все прекрасные. Но за всеми, к сожалению, не следить. Потому что у них просто банально нет хозяина. После войны денег нет, это все выкупать и кому-то за свой счет ремонтировать. И поэтому такое. А с другой стороны, они, как во Флоренции, они не любят особо новизну, гламур, блеск. Они не против и вот такого мира рядом с собой. А здесь вообще трамвайная линия обрывается. Вот, поэтому. Остановка. Иду не открываем, все ждут. Чико. Колготки. Кому нужно? За 100 рублей пара. Я сейчас дойду до перекрестка и пойду направо, вверх, горы, там очень красиво.
там красота. Какой красивый перекресток, старый дом. Какое неожиданное название для улицы, правда? Как же еще Милошем назвать и Назмихаевым? А улица хорошая, зеленая такая. Жду светофора. Сейчас он загорится. Хочет меня сбить. Не хочет. Остановилась. А что такое? Вот что такое жидерский дом, я не знаю. Что это значит? Не знаю. Но это не важно, но я все равно пошла вверх, потому что Дорчал там в основном, а я мне очень нравятся вот эти улочки, старые деревья, поэтому я хочу по ним пройти. Вот опять мужчина с собачкой, вот дом очень красивый. Собачкой. Ну, мужчины любят собачек больше, чем женщины. Красота какая. Блин, какое... У меня все эмоции закончились, и все слова закончились, и поэтому я говорю только блин, какой город, какая прелесть, какое чудо, это реально чудо, правда, сюда обязательно нужно приехать, встать на эту улицу, например, пройти по этим деревьям и сказать: о, как я люблю Белград! Здесь замечательно. Его невозможно не любить. Это совсем другой мир. Так, я жду машину. Ауто. Пытаюсь понять, как они там вообще ездят. В принципе, я могу еще вот сюда пройти до поворота. Блин, тут кафе. О, вот это крутая штука. Я не знаю, какого года эта машина, но это еще одно, да, свойство Белграда. Это вот такие вот машины. Блин, она очень старый Citroen. Какой-то пипец просто какой старый. Вот здесь очень много Volkswagen'ов было, но таких я машин не видела еще. Офигеть! Да, это Сербия. Здесь любят старые машины. Я как-то гналась за зеленым Peugeot. Все хотела его сфотографировать. В итоге сфотографировала. Неважно. Старым. Ну вот. Вечер начинается. Душевный. О, там все в зелени. Класс. Сейчас покажу. И с домами такие. Thank you.
Такие дома, все в зелени, блин, класс. И вот еще один. Хорошая улица. Так, улица Страхи... Страхини-Чубани. Вот еще одна такая, со старым домом. Там ремонт. На машине написано, там, где прекращается диета. А там кот. Его не видно отсюда, но там точно кот, который свободно, так спокойно ходит по дороге. Ну вот. Такой мир. Абсолютно, абсолютно в каком-то раю нахожусь. Я свободно иду по дороге. А вот и кот. Мачор, который обхаживает все свои машины. Он здесь хозяин, он никуда не спешит. Там улица, с которой я поднималась. Здесь у нас деревья. Здесь очень хорошо. Я себя ощущаю прям каким-то абсолютно свободным и счастливым человеком. Ни один город мне такой возможности не давал. Есть только Любляна, но это опять же бывшая Югославия. Это чудо. О, я пришла к храму. Это называется храм Александра Невского. Церковь. Вот. Он очень красивый, он очень такой резной. У него очень красивые окна. Он правда классный. И такой он очень фотогеничный, я бы сказала. Вот, сейчас он, нет, он сейчас открыт, но в церковь я не пойду, потому что у меня ничего с собой для этого нет. Но просто покажу. Какой он резной. Красивый собор. Там тоже очень красивый дом. В австрийском стиле. Ой, что для машины, кстати? Не знаю, какой-то кадет. Первый раз такое вижу. Ну, так, еще одна старая машина. Такая. Какая-нибудь привозная. Я не знаю, что это за кадет. Вот еще один, кстати, сохраним старый город. Какой-то магазин со всяким барахлом. Я не знаю, кому это нужно. Кому это нужно? У нас уже таких магазинов не осталось, потому что все заняли торговые центры. Ну вот. Я сейчас снова поверну вверх.
Пито. Звонят и кажут, да я поступление покрыто. Ну какой-то бар. Ну я просто по улице иду. Просто люди стоят, ждут каких-то трамваев. Смотрите, сколько одновременно красивых людей на остановке. Я уже как минимум трех вижу. Причем разных возрастов. Прелесть такая. Ну что, наверное, я поверну тут. Не пойду выше. Пойду выше. Не хочу. Я уже вообще забыла, куда я шла. Я хотела на другой край полуострова прийти. Но я тут уже долго достаточно хожу, поэтому, видимо, это завтра я сделаю. Здесь обойду все, потому что здесь очень хорошо. Очень классно. И машинки, и кафе, и такие силуэты, вытянутые людей. И я хожу и смотрю, и пытаюсь хоть как-то передать вот это вот ощущение полного восторга. Никогда бы не поменяла Белград на Москву. Серьезно. Ну, понятно, что война и прочие вещи, они блуждают, но все равно. Не знаю, как можно такое променять. Такой мир. Хотя сербы очень любят говорить, что белграджане – это не сербы. Нисус Сербии. Это отдельная нация. Так же, как и у вас Москва и москвичи, это разные люди. Ничего подобного. Ну, каждый по-разному смотрит. Значит, я все-таки столичный житель. И мне все-таки больше нравится город. Вау, троллейбус, хреначит с горы только так, вообще с такой скоростищей, причем он там и заваливается, и все на свете. О боже. Так, ну тут кафе, есть еще кафе, но я не надеюсь, я правильно ориентируюсь и просто пойду, прямо. Ну, понятно, да? 13.89, битка на Косовом поле. Одно время очень много было этих надписей везде, а сейчас что-то как-то меньше их стало. Тишина. Никто не хочет в кафе идти. Может, жарко, может, далеко от центра. В центре всегда люди есть. Что-то несут. Солнце меня с ума сводит сегодня. Плюс еще эти тапки. Я уже забыть о них успела. Уже успела о них забыть. Вот они. Я иду, главное-то как иду такая, навострилась с камерой, как положено. Херак. Прям. Прям посреди улицы. И так вот реально прям посреди вот так вот посреди улицы. Я встала, и что мне делать, потому что он как браслет, вот он висит на лодыжке, и поднять ногу.